Всем всем большой привет, мы играем в 6 игроков, там сейчас можно выбирать Тройский Союз или Антанта. В команде сейчас Тройский Союз играют люди, жмите ок, чтобы присоединиться. Антанта где-то туча, Тройский Союз это у нас это вот столица. Ну, тут скажу 3 уже из 3. Важно ок нажать. А чё, можем было? Не понял. Ладно, извиняюсь. Где Франц? Ну ладно. О! Нормально Франция, кстати, нормально. Ну мог бы тут. Тут как бы. А тут как бы. Немножко. Отлично. Смотрите, значит, как мы уже добрались, сразу же можно включить призыв. Только чтобы эта армия не пошла на Украину, как бы. Сейчас там война происходит, кто её не в курсе, вдруг. Нужно соблюдать спокойствие, а не воевать. Там очень опасно, как в реальной жизни война. Вот так вот. Крути. Марокко. Странно, раньше как бы было по-другому. В прошлых сериях. Как бы. Ё-моё, чё я тут делал, смотрите. 7-7-7-10-10. Что происходит? Почему у меня войска, блин, разбиты? С кем мы воюем? По регионам кто? Крут. Россия. Сейчас полтут нички. Смотри, мы можем поделить Данию, как бы она последняя осталась, как бы там робот играет, смысла нет. Дании 2 регион. И я доберусь до сюда. И как бы захвачу, будут плюс монеты, плюс уже трава. Мне монеты очень необходимы. Да. Я сблизился с противником. Давайте. Как что? Даже есть. Два тут, два тут, два тут, тоже два по двойке. Тут пятерка. Мне всегда поменьше войска дают почему-то. Казарму. Даже кто-то пункт призыв, блин, включит. Ничего. Мой с ними. Ой. Так, я наверное пропускал, мне плохо. Все, надо с ресурсами что-то сделать. Так, тогда я наверное, не буду играть с ресурсами. Как бы тоже минус хочу. Может, что-то потом минус. Но не сейчас. Уже как там решать с проблемами. Так, чисто тут крепость необходимости есть. Если вам должно было быть все видно. О, роботы Испании пока что, пока что все роботы можно позахватывать, пока не. Так, робот, так, робот, слава богу. Смотрите, смотрите на работу захвату, просто пока что я сильный, типа того. Пропасть 31. Остается только немного. Остается только немного. Десятка. Пендриваться, у нас 84 войска всего. То есть ты тут пойдешь, половишь, мы тут тебе поможем. Думаю, что будем идти с какой-нибудь. Так, завтра прибудьте вечером. Завтра ночью. Я следи ускорю.
без выхода. Ну ладно, давай. Крепость. Крепость. Стрим крепости против врага. Железо нужно для танков, да, знаю. Нам придется, знаете, заместо танка самолет и вертолет. Вот. Вот так. Пост. Громадор. Фабрика ура. Фабрика уровня первый. Фабрика не так-то и. Вот он. После мастерская. После казармы идет фабрика. Я помню. Тоже фабрика. Как бы так. Это вот начать фабрику. Ну, вот и попало. Идешь завтра? Нет, не уговаривал. Там не понравилось, если. О, раньше, потому что мы с ней идем как-то помедленнее, и это мне не туго нравится. А если с ускоренным темпом? Да, задержка. Что было мощная атака, они не очухались. Теперь нужно биржам идти. Пока все это молчу. Сцены рассматриваю. Надо идти. Цены капец. И тут два спасателя, тут один спасатель. Отлично. Окей. Так. Ну, 7, значит 6.9. Бау. Я первый, 8000. Вот так, вот тактика рабочая. Должны, как я знаю, заводы не молчать, как бы работать. Это лучше главное. Что тут это? 500 дров. Будущее понадобится. Все, пока не все по дешевке. Берем ваших 400 дров. И строим. Строим коза. Все это у нас будет. Ладно, сейчас идем. Жалко. Крепость другую. Ну, казарма самое главное. 1500. Сотка. Все уж. Ну, 1500. Повышение боевого духа тоже необходимость есть. Банкрот. Как бы душно. Или 500 дров.
чем по дровам. Вот так вот выгодно чувствую. Пожалуйста, мы играем за Францию.